эфире «Вести утро», Кабардино-Балкария, в студии Елена Кушхова. Здравствуйте, спасибо, что встречаете новый день с нами. С чего начинается ваше утро? С чашечки бодрящего кофе или ароматного чая? А вы не задумывались, что намного полезнее было бы выпить стаканчик молока «Новая деревня»? Часть россиян в эти выходные не выспалась как следует. Виной всему старая привычка переводить стрелки часов. Напомню, еще в начале прошлого года президент Дмитрий Медведев принял решение отменить переход на зимнее время. В результате осенью 2011-го мы не перевели часы назад и остались в так называемом летнем времени. И продолжаем в нем жить. То есть в прошлую ночь, субботу на воскресенье, нам не нужно было крутить стрелки в обратную сторону. Однако у некоторых эта небольшая путаница вызвала некоторые неудобства. У многих пользователей современных телефонов перевод времени произошел автоматически, а значит и будильник сработал на целый час раньше. Жаль, конечно, но, возможно, в этом есть и плюсы. На работу сегодня точно никто не опоздал. Но если вы по-прежнему сомневаетесь в правильности времени на своих часах, уточните его на сайте www.time100.ru. Что ж, получается, кому-то из нас все равно придется переводить стрелки. Ну а в республике тем временем, как по расписанию, стартовала Всероссийская неделя детской книги. По мнению министра культуры Кабардино-Балкарии Руслана Фирова, такие мероприятия крайне важны. Они помогают привить молодежи интерес к чтению. Именно поэтому на открытие были приглашены не только руководители централизованной библиотечной системы из всех районов республики, но и их юные читатели. Зал ДКЗ был полон, собрались там все те, кто в век всеобщей компьютеризации отдает предпочтение, как теперь говорят, бумажным носителям. Для любителей шелеста книжных страниц подготовили большое театрализованное шоу, а министр культуры Кабардино-Балкарии Руслан Фиров подчеркнул, что интернет и высокие технологии – это, конечно, хорошо, но нельзя забывать, что книга – полезный друг и лучший учитель. Книга, которая нас вводит и в историю нашу, и в будущее наше, и помогает открывать страницы современной нашей жизни. Думаю, что эта неделя пройдет для вас очень интересно. И вы узнаете для себя очень-очень много нового. В рамках Всероссийской недели детской книги во всех библиотеках республики планируется ряд мероприятий для школьников. Среди них не только обсуждение книг, но и литературные викторины, читательские конференции, встречи с писателями. Важно то, что самим детям это интересно, скажут организаторы. Книги задают разные вопросы о жизни, над которыми надо подумать. Книги нас учат всему, они формируют наше мировоззрение. И могу посоветовать всем, что лучше читать. А самых активных читателей – это 15 юных книголюбов в возрасте до 17 лет. Руслан Фиров наградил памятными призами и дипломами Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики. Еще один старт в культурной жизни республики с международным размахом. В Прельбрусье сегодня состоится официальное открытие фестиваля этнического искусства «Алтын-Майдан». Свои таланты у подножья обелиска в ближайшие дни будут демонстрировать около 300 участников из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Алжира, Туниса, Турции, Польши, Украины, Киргизии и 12 регионов России. Главная цель проекта – укрепление взаимопонимания и дружеских связей между народами России и других стран. Программа мероприятий более чем обширная. Это и выставка продажи изделий народно-прикладного искусства, мастер-классы по кавказской культуре. Представится гостям и участникам встречи возможность отведать яство национальной кухни и узнать интересные факты из истории одежды народов Северного Кавказа. Ну и, конечно, главное, 31 марта жюри фестиваля определит победителей в номинациях «Хореография», «Вокал», «Прикладные жанры», «Прикладное искусство» и «Фольклор». В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе Кабардино-Балкарского госуниверситета прошел турнир по мини-футболу. Приурочили его ко дню возрождения балкарского народа. Организаторами выступили общественная организация «Военно-спортивный союз Калашникова» при поддержке КБГУ. Турнир этот проводится в республике впервые, однако авторы идеи надеются сделать его традиционным. За главный приз, а это урок стрельбы с профессиональными тренерами Военно-спортивного союза Калашникова, боролись 6 команд. Представители общественных организаций республики, среди которых молодежная администрация и молодежный совет города Баксана, команда волонтерского движения КБР, сборная студсовета КБГУ, Мингитау. В итоге победителем стала команда Кабардино-Балкарского госуниверситета. Второе место заняли сами организаторы турнира. Третье у команды волонтеров Кабардино-Балкарии. К этому часу у меня вся информация. Следующий выпуск ровно через полчаса. Будьте с нами.
В эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария, в студии Елена Кушхова. Здравствуйте, спасибо, что встречаете новый день с нами. С чего начинается ваше утро? С чашечки бодрящего кофе или ароматного чая? А вы не задумывались, что намного полезнее было бы выпить стаканчик молока «Новая деревня»? Часть россиян в эти выходные не выспалась как следует. Виной всему старая привычка переводить стрелки часов. Напомню, еще в начале прошлого года президент Дмитрий Медведев принял решение отменить переход на зимнее время. В результате осенью 2011-го мы не перевели часы назад и остались в так называемом летнем времени. И продолжаем в нем жить. То есть в прошлую ночь, субботу на воскресенье, нам не нужно было крутить стрелки в обратную сторону. Однако у некоторых эта небольшая путаница вызвала некоторые неудобства. У многих пользователей современных телефонов перевод времени произошел автоматически, а значит и будильник сработал на целый час раньше. Жаль, конечно, но, возможно, в этом есть и плюсы. На работу сегодня точно никто не опоздал. Но если вы по-прежнему сомневаетесь в правильности времени на своих часах, уточните его на сайте www.time100.ru. Что ж, получается, кому-то из нас все равно придется переводить стрелки. Ну а в республике тем временем, как по расписанию, стартовала Всероссийская неделя детской книги. По мнению министра культуры Кабардино-Балкарии Руслана Фирова, такие мероприятия крайне важны. Они помогают привить молодежи интерес к чтению. Именно поэтому на открытие были приглашены не только руководители централизованной библиотечной системы из всех районов республики, но и их юные читатели. Зал ДКЗ был полон, собрались там все те, кто в век всеобщей компьютеризации отдает предпочтение, как теперь говорят, бумажным носителям. Для любителей шелеста книжных страниц подготовили большое театрализованное шоу, а министр культуры Кабардино-Балкарии Руслан Фиров подчеркнул, что интернет и высокие технологии – это, конечно, хорошо, но нельзя забывать, что книга – полезный друг и лучший учитель. В рамках Всероссийской недели детской книги во всех библиотеках республики планируется ряд мероприятий для школьников. Среди них не только обсуждение книг, но и литературные викторины, читательские конференции, встречи с писателями. Важно то, что самим детям это интересно, скажут организаторы. О самых активных читателей – это 15 юных книголюбов в возрасте до 17 лет. Руслан Фиров наградил памятными призами и дипломами Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики. Продолжает кипеть страсти вокруг конкурса «Нальчанка-2012». Проходит он в несколько этапов. Второй завершился буквально накануне на сайте газеты «Нальчик». Напомню, в течение месяца за участниц голосовали пользователи всемирной паутины. Стоит отметить, что результаты интернет-голосования не решают судьбу той или иной участницы, но будут учитываться жюри на следующих этапах. Кто же станет главной красавицей столицы Кабардино-Балкарии? Это будет известно совсем скоро, 7 апреля. А вот школьницы столицы республики доказали, красота вполне может сочетаться с силой. Федерация по армрестлингу Кабардино-Балкарии провела в 23-й школе соревнования по этому виду спорта. За победу боролись более 80 человек, в том числе и юные спортсменки. Девушки, надо сказать, удивили своим упорством и силой. Однако лидерами стали Марьям Байкалова и Милана Тиунова. Кто знает, возможно, эти школьницы в скором времени будут чемпионками. И в продолжении темы спортивной. Минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе Кабардино-Балкарского госуниверситета прошел турнир по мини-футболу. Приурочили его ко дню возрождения балкарского народа. Организаторами выступили общественная организация «Военно-спортивный союз Калашникова» при поддержке КБГУ. Турнир этот проводится в республике впервые, однако авторы идеи надеются сделать его традиционным. Даст Бог, это будет хорошей традицией, которая выльется у нас в ежегодный турнир. Мы на следующий год уже есть определенные планы, уже более расширенно подойти, да, чтобы вся республика могла принять участие в турнире, чтобы это было такое по-настоящему большое, длительное, красивое действие, которое бы нас объединяло. Такого рода мероприятия в первую очередь будет способствовать формированию спортивного образа жизни в молодежной среде. Мы хотим этим примером показать, что у нас республика спортивная. За главный приз, а это урок стрельбы с профессиональными тренерами Военно-спортивного союза Калашникова, боролись 6 команд. Представители общественных организаций республики, среди которых молодежная администрация и молодежный совет города Баксана, команда волонтерского движения КБР, сборная студсовета КБГУ, Мингитау. В итоге победителем стала команда Кабардино-Балкарского госуниверситета. Второе место заняли сами организаторы турнира. Третье у команды волонтеров Кабардино-Балкарии. На этом я прощаюсь с вами до завтра и желаю удачного начала рабочей недели. До встречи.